Проект закона Камчатского края о краевом бюджете на 2023 год и плановый период подготовлен на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития Камчатского края на 2023 год и на плановый период, согласованный бюджетной комиссией при правительстве Камчатского края. Исходя из следующих прогнозных показателей уровня инфляции, 2023 год 105,2%, 2024 год 104%, 2025 год 104%. Бюджет на 2023 год и плановый период сформирован, исходя из необходимости максимальной приоритизации расходов краевого бюджета при безусловном финансовом обеспечении базовых гарантий и обязательств. При формировании проекта краевого бюджета на 2023 год и плановый период были реализованы следующие подходы. В первоочередном порядке обеспечены ассигнованием социально значимые и приоритетные расходы и обязательства Камчатского края. К ним относятся это субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Камчатского края, уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения, меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, обязательства по софинансированию расходов за счет средств федерального бюджета, субсидии краевым государственным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания. Также были сформированы увеличенные по сравнению с первоначальным бюджетом 2022 года резервы ассигнований на случай незапланированных или срочных расходов, а также резервы, подлежащие распределению в течение финансового года. С учетом сокращения финансового обеспечения менее приоритетных расходных обязательств, исходя из общего объема остатка свободных ассигнований краевого бюджета, сформирована инвестиционная программа Камчатского края. При этом в первую очередь учтены мероприятия, в отношении которых уже заключены соглашения и в отношении которых имеются обязательства по заключению соглашений по предоставлению субсидий и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета краевому бюджету на софинансирование расходных обязательств и мероприятия, по которым имеются бюджетные обязательства по заключенным контрактам. Основные параметры краевого бюджета на 2023 год составляют: прогнозируемый общий объем доходов краевого бюджета 92 миллиарда 47 миллионов рублей, общий объем расходов 93 миллиарда 150 миллионов рублей. Дефицит краевого бюджета составляет 1 миллиард 102 миллиона рублей. Доходная часть краевого бюджета сформирована на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития Камчатского края. Налоговые и неналоговые доходы краевого бюджета предусмотрены в следующих объемах. 2023 год 32 миллиарда 932 миллиона рублей, 2024 год 35 миллиардов 296 миллионов рублей, на 2025 год 37 миллиардов 632 миллиона рублей. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации учтены в проекте закона в соответствии с проектом федерального закона о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. Вместе с тем, правительством Российской Федерации до настоящего времени не распределены ассигнования в части нецелевой финансовой помощи из федерального бюджета. В этой связи объем нецелевой финансовой помощи в 2023 году учтен в проекте краевого бюджета на уровне объема средств, предусмотренных Камчатскому краю на 2022 год. Объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета в проекте краевого бюджета предусмотрен в сумме 59 миллиардов 144 миллиона рублей. Целевых, из них 14 миллиардов 305 миллионов рублей. Камчатский краевой бюджет формируется на базе государственных программ Камчатского края, перечень которых утвержден правительством Камчатского края от 31 июля 2013 года за номером 364 РП и в программном формате. В 2023 году будут реализованы 27 государственных программ Камчатского края. Государственные программы Камчатского края охватывают все основные сферы деятельности исполнительных органов государственной власти Камчатского края и направлены на повышение результативности и эффективности расходов бюджета. Формирование объема и структуры расходов краевого бюджета на 2023 год осуществлялись с учетом следующих подходов. Индексация на уровне инфляции публично-нормативных и приравненных к ним обязательств с учетом изменения численности получателей. Финансирование обеспечения расходов на оплату коммунальных услуг краевым государственным казенным учреждениям, формирование ассигнований на реализацию инвестиционных мероприятий на основе перечня краевых инвестиционных программ, сохранение практики образования резервного фонда правительства Камчатского края, дорожного фонда и резервного фонда Камчатского края.
Общий объем расходов краевого бюджета на 2023 год, исходя из планируемых доходов бюджета, составил 93 миллиарда 150 миллионов рублей. В проекте краевого бюджета на 2023 год и 2025 период и в плановом периоде в полном объеме сохранены публичные нормативные обязательства в обязательном порядке проходят согласование, согласительную процедуру в Министерстве финансов Российской Федерации. Объем средств на реализацию инвестиционных мероприятий за счет краевого бюджета в 2023 году составил 4 миллиарда 864 миллиона рублей. Формирование межбюджетных отношений в 2023 году осуществлялось с учетом следующих основных подходов. При определении общего объема дотации не допущено снижение значения критерий выравнивания финансовых возможностей муниципальных районов в Камчатском крае, что соответствует статьям 137 и 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации. С целью стимулирования органов местного самоуправления к проведению ответственной бюджетной политики сохранена практика предоставления дотаций на стимулирование, предусмотрен резерв по дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, который будет распределяться в течение года. Дотация Петропавловск-Камчатскому городского округа заменена дополнительным нормативом отчислений в бюджет городского округа от налога на доходы физических лиц, подлежащих зачислению в краевой бюджет, в размере на 2023 год 3,9%, 2024-2025 год 3,1%, соответственно, по годам. Распределение субсидий и субвенций местным бюджетам осуществлялось главными распределениями бюджетных средств в пределах доведенных общих объемов ассигнований в соответствии с методиками, утвержденными соответствующими нормативными правовыми актами. Проект краевого бюджета на 2023 год сформирован с дефицитом 1 миллиард 102 миллиона рублей. В источниках финансирования дефицита бюджета предусмотрено получение бюджетных кредитов из федерального бюджета на финансовое обеспечение инфраструктурных проектов в 2023 году в сумме 1 миллиард 102 миллиона рублей. Ну, собственно, под этот источник дефицит как бы формировался. Кроме того, на 2023 год предусмотрено предоставление и возврат в течение года бюджетных кредитов юридическим лицам в сумме 1 миллиард 500 миллионов рублей ежегодно, а также получение и возврат бюджетных кредитов на пополнение остатков средств краевого бюджета, предоставляемых Управлением федерального казначейства по Камчатскому краю в течение года в сумме 6 миллиардов 478 миллионов рублей.